Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как окружение наших детей или наше даже окружение влияет на формирование правильных жизненных ценностей. Я более чем уверен, что короля делает свит. Наше окружение формирует жизненные ценности каждого человека. По крайней мере, некоторые жизненные ценности не могут сформироваться самостоятельно и в одиночестве. Например, взаимопомощь, взаимовыручка и дружба. Родителям очень важно, может быть, даже искусственно создавать ситуации, когда дети вынуждены будут четко проявлять, показывать свои ценности. Ну, приведу такой простой банальный пример. Многие родители берут детей на работу, чтобы они попытались участвовать в этом процессе. Некоторые берут детей в какие-то экстремальные походы, какие-то другие вещи, там, на рыбалку, туда, где придется стать перед достаточно серьезными выборами. Либо мои ценности, убеждения, либо, например, наесться до отвала. Это особенно важно на изломе двух жизненных периодов – домашнего и коллективного, когда наши дети потихонечку начинают уходить из дома, и влияние друзей, влияние окружения становится доминантным. Очень важно, с кем дружат наши дети. Очень важно, с кем они учатся. В этой связи очень важен первый учитель. Вообще, я считаю, что первый учитель – это не тот человек, который учит ребенка читать, писать, считать и так далее. Я уверен, что главная, базовая, сверхважная задача любого учителя состоит в том, чтобы привить ребенку любовь к знаниям. Вот простой пример из нашей личной жизни. Первый учитель моих старших детей, первая учительница, она была настолько потрясающим педагогом, что мои дети, выйдя из начальной школы, просто обожали учиться. Но моя младшая дочь учится в таком классе, где учительница, несмотря на высочайший профессионализм, не способна или не видит необходимости привить детям любовь к учебе. И моя дочь очень часто говорит о том, что она просто не хочет идти в школу. Сегодня мы с вами живем в обществе, где боязнь обидеть злого, никчемного, агрессивного человека намного важнее, намного серьезнее, нежели необходимость защитить собственного ребенка от этого человека. Когда наши родители употребляли словосочетание «плохая компания», они, по крайней мере, показывали, что их беспокоит то, что некоторые люди на улице, возможно, наши друзья, которых они считали неправильными, дурно на нас влияют. Это говорит о том, что наши родители думали о тех жизненных ценностях, которые они хотели бы видеть в нашей жизни. Как вы считаете? Должны ли мы контролировать окружение наших детей, с кем они дружат, общаются, где они проводят время? Или же мы должны дать им полную свободу в любого рода взаимоотношениях? Я буду благодарен, если вы напишите это в комментариях.